О, боги, прошу, помогите. Эти бездуховные свиньи меня погубили. Я пропал. Боги услышали твои мольбы. Что случилось? Невероятно. Прошу, помоги. Грязные разбойники забрали у меня все, что было. Даже мои инструменты. Скажи, где эти воры? Хвала Зевсу. Я Поликлет, скульптор. Прошу, выследи разбойников и верни мне инструменты. Стой. Как тебя зовут, Мести? Я Алексиос. Боги, неужели правда? Что? Ничего. Прошу, верни инструменты, в долгу не останусь. Твои инструменты. Невероятно. Да, во мне течет кровь олимпийцев. Невероятно. Может, жители Лину были правы? Расскажи мне об... У жителей Лину своя, особая вера. Но зачем... Жители Лину искренне верят, что ты их покровитель. Почему ты решил, что во мне течет кровь олимпийцев? Много о тебе слышал. Пойдем в Лину. Со мной ты будешь в безопасности. Прекрасно. Тогда идем. Как ты узнал об этой деревне? Моя теория красоты известна многим. Жрицы Лину пришли ко мне в Аргас и умоляли... Аргас? Это далеко отсюда. Они щедро заплатят. Художникам сейчас нелегко. И кого будет изображать твоя статуя? Тебя, полагаю. Меня? У них культ хозяина орла. Мне описали тебя. И довольно точно. Впрочем, я думал, что ты выше. И что нос у тебя поменьше. Что же, по твоей теории, определяет красоту? Числа. Числа? Но красота — это уравнение. Все зависит от соразмерности частей тела. От соотношения длины фаланг, пальца, пальцы и кисти. Кисти, предплечья, предплечья и плеча, и так далее. Пока мы не учтем все тело. Ха, числа. Спасибо. Ты мой спаситель. Славный Поликлет. О, Гексиона, путь мой был нелегок. Кто это? Я Алексиос. Тот самый Мистик. Он явился как молния с небес и спас меня от разбойников. Хозяин орла. Рад встрече. Откуда вы обо мне знаете? Ты верно шутишь? Твоя слава разносится по миру быстрее ветра. Только ты и вселяешь надежду в нас. Жителей бедной деревушки. И скоро твой образ будет увековечен в статуе. Трудно поверить, что наш покровитель теперь здесь, среди нас. Какое благословение. Спасибо за почести. Буду рад познакомиться с вашими людьми.
О, спасибо, хозяин орла. Твои слуги отчаянно нуждаются в твоей помощи и внимании. Назови их имена. Пастушка Герофила и ее хлева к югу отсюда. Охотник Акатос, который живет в домике на западе деревни. И юный крестьянин Миналк, его поля на востоке. Кто эта пастушка и что с ней случилось? Герофила пасет коз. Недавно с ней случилась беда. На ее стадо в лесу напали волки. Что расскажешь об охотнике? Акатос подвернул лодыжку и не может охотиться. Это очень его тревожит. Ты мог бы его успокоить. Кто этот крестьянин? Миналк думает, что проклят. Посетив его, ты мог бы вернуть ему надежду. Я постараюсь помочь твоим людям. О, эти люди не мои. Мы, жрицы, лишь твои скромные слуги, не более того. Когда поговоришь со всеми, возвращайся ко мне. Мы с сестрами хотим устроить пир в честь твоего пришествия. Хайре, что случилось? Это ведь ты недосягаемый хозяин орла. Я спустился с Олимпа, чтобы посетить Лину и повидать всех славных жителей деревни. Чудо! Благословение небес! Я недостоин говорить с тобой. Хватит унижаться. Жрица сказала, что тебе нужна помощь. Говори. Я опозорился. Обычно я охочусь для своей семьи и для деревни, но недавно я подвернул лодыжку и теперь едва хожу. Я недостоин твоего внимания. Любой может подвернуть лодыжку. Продолжай. Мирто, моя дочь, пошла на охоту вместо меня. Она храбрая, но неопытная. Ее давно не было. Я беспокоюсь. Я найду ее. Должно быть Мирто, дочь Акатоса. Да. А кто ты? Я Алексиос. Хозяин орла? Эти леса могут быть опасны для простых людей. Ты долго не возвращалась. Твой отец умолял тебя спасти. Поверить не могу. Надеюсь, ты во мне не разочарован. Дитя, твой отец должен гордиться. Отец учил меня охотиться, но это трудно.
Я так и не добыла для него особое оленье мясо. Боюсь, он разочаруется во мне. Да, охотиться трудно. Знаешь, вернись к отцу, чтобы он не волновался, а я добуду это мясо. Как скажешь, хозяин орла. Благодарю тебя. Алексиас! В лесу много дичи, а Артемида была благосклонна. Ты знаешь Артемиду? Ты не говорил. Мирто, успокойся. Извини. Нет, Мирто, я ее не встречал. Но она присматривает за всеми охотниками. Чти ее и станешь такой же ловкой охотницей, как твой отец. Ну что ж, это и правда я. Ты пастушка? Ты меня знаешь. Как хорошо ты меня знаешь. Скажи, что случилось. Я пасла стадо, и вдруг это было чудовищно. Волки, кругом кровь, крики. Ты ранена? Нет, меня спас ты. Вот как? Я ношу с собой фигурку твоего орла, как оберег. Но... я так испугалась, что выронила ее. Я поищу твой оберег. О, спасибо, 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 спасибо! Где на тебя напали? Я вела стадо к пастбищу. Опиши свой оберег. Ну, о... мне... нет, это я должна извинить... Нет, нет, конечно. Не волнуйся, я... следы. Рядом волчье логово. Герофила обронила ее, когда напали волки. Кровь. Волки убежали туда. Козел из стада Герофилы. Вернее, то, что от него осталось. Логово волков, напавших на стадо Герофилы. Стоит проверить.
принес сумку сюда. Любопытно. Будто его вели. О, вот и оберег. Дивный хозяин орла. Жрица сказала, что ты сжег волков огнем, добытым в кузнице самого Гефеста. Как она узнала? О твоих подвигах ей поведало священное пламя. Ты уже нашел мой оберег? Мир жесток, но он сделал меня сильнее. Я научился замечать то, чего не видят другие. Мы всем тебе обязаны, владыка. Мы тебя не подведем. Я знаю. Почему ты покинул меня, хозяин орла? Чем я заслужил гнев Олимпа и... Покинул? Я тебя впервые вижу. А? Кто? Ты? Ты? Да, я. Что случилось? Я проклят богами. День и ночь слышу их голоса и вижу кошмары. Я не могу работать, и посевы чахнут. Почему тебя прокляли? Не знаю, в чем я виноват. С тех пор, как я унаследовал хозяйство отца, мне не дают покоя эти голоса. Ни поспать, ни отдохнуть, не остается никаких сил работать в поле. Что это за проклятие? Боги предрекают ужасное. Небеса разверзнутся, мои поля затопят дожди. Из глубин вылезут мерзкие твари и сожрут посевы и меня самого. А потом все живое поглотит земля. Я осмотрю твое хозяйство, постараюсь выяснить, в чем дело. Спасибо. Ты ведь с Олимпа? Боги послушаются тебя. Возможно. Но сначала нужно выяснить, в чем причина твоих бед. Может, боги здесь вовсе ни при чем. Это были священные вазы. Если их разбил Миналк, он мог навлечь гнев богов. Неужели Деметра и Дионис наказывают его за богохульство? О, ну и смрад. Мог ли он свести с ума Миналка? Интересно, сгнил ли урожай в амбаре? Вы только посмотрите. Никому нет дела до этих подношений. Нет, к богам нельзя так относиться. Жаль мне Миналка. Он думает, что стал жертвой высших сил, а по мне это глупости. Почему глупости? Пожелай ты его наказать, ты бы просто приказал орлу выклевать ему глаза, а не портил посевы. Думаешь? Уверен. Ты хозяин орла, стрела Аполлона, щит Ареса, дитя Зевса. Не владыка чахлых полей, ты выше этого. Так в чем же причина его бед? Его растения чем-то больны, и это сводит его с ума. Вода в горшке смердит, словно стикс. Судя по всему, она заражена. Вряд ли боги приложили к этому руку. Я все осмотрел. Прокляли ли Миналка боги? Или это всего лишь земная болезнь? Мне надо с ним поговорить. Хозяин орла, ты узнал, почему я проклят?
Твои посевы заражены. Оттого у тебя и помутился рассудок. Что же делать? Как задобрить богов? Боги здесь ни при чем. Я сожгу амбар вместе со всем гнилым урожаем, и твоя голова прояснится. Я надеюсь, это поможет. Весь мой труд обратился в пепел. Кто сказал, что будет легко? Ты прав. Выбора не было. Знаешь, мне уже становится лучше. Благодарю тебя за помощь. Думаю, я навестил всех, кого назвала жрица. Пора к ней вернуться. О, дивный хозяин орла. Твое имя... Как вам угодно. Но в твоем внимании нуждается еще один человек. Халкипа волнуется за брата. Он весьма странный. Будто безумный. Или, быть может, избранник богу. А, вот и она. Прошу, помоги ей. И тогда мы отпразднуем. О, боги, это ты! Это я. Это ты, о, боги. Мои молитвы услышат. Расскажи. Ты пришел помочь? Ну, спасибо. Моего брата зовут Калистрат. Он всегда был чудным, но в том году его будто боги... Забудь. Его дом недалеко от деревни. Мне кажется, с ним что-то случилось. Я схожу к... Спасибо. Спасибо. Расскажи. Калистрат вечно что-нибудь выдумывает. Недавно... Что случилось с Калистратом? Не знаю. Может, к нему забрался лев или волк? Отец... Где дом твоего? У него большой двор на... Я узнал. Еще кто такой? Тот, кто спас тебе жизнь. Мог бы и спасибо сказать. Ха, непонятно только, зачем было убивать моих кур. Следи за языком. Твоя сестра усердно молилась, чтобы я пришел помочь. Не зли меня. Ну, передай ей, что я жив-здоров. Интересно, что будет, если скрестить козу из мессоры со львом? Или со змеей? Думаю, на этом можно разбогатеть. Халкипа, твой брат. Подобных ему нет, но он жив и, кажется, здоров. Спасибо тебе. Да, он странноват. Но ты ответил на мои молитвы.
Я посвящу жизнь служению тебе. Жрицы готовят грандиозное пиршество. Мы будем чествовать тебя всей деревней. Это будет потрясающе. Алексис, беда. Мирта заболела. Ей очень плохо. Веди меня к ней. Девочка так ждала праздника в твою честь. Хлопотала, радовалась, бегала вокруг, а потом внезапно потеряла сознание. О, хозяин орла, ты поможешь ей? Вы видели, что произошло? Она не ранена? Укусов змей или насекомых нет, но у нее сильный жар. Когда она упала в обморок? Когда готовила мясо к празднику, ей велела заняться этим жрица. Где сейчас Гексиона? Не знаю. Слышал, что она звала на помощь, успокаивала жителей. А теперь вот пропала. Это очень странно. Поговорю с остальными, может, они что-нибудь знают. И постараюсь найти жрицу. Скажи мне, старец, где найти Гексиону? Ты должен знать. У жрицы и ее сестер есть тайное пристанище. Никто не знает, где оно. Оно спрятано от чужих глаз. Больше сказать не могу, не то... Жрицы не смеют говорить за меня. Хорошо, хорошо. Их... Что ж, покончим с... Гексиона, почему ты сбежала из Лину? Хотела посоветоваться с сестрами насчет той бедной девочки, которая упала в обморок. Мы чем-то оскорбили хозяина орла? Или эти испытания посланы богами свыше? Вдруг они проверяют не нас, а тебя? Говорите прямо, не то вас постигнет гнев хозяина орла. Не сердись. Мы хотим того же, что и ты. Я хочу узнать, что случилось с Миртой и как ей помочь. Мы усердно молились, и боги дали нам ответ. Ее спасет растение из священной пещеры. Но мы не можем спуститься туда. Смертных там ждет лишь гибель. Тогда я пойду. Анемон диокиш о антропе! О, Зевс! Ну и зверь! Жрицы ждут, что я стану дерьмом медведя. Ха, малаки! Сперва зверь, потом растение. Думаю, жрицы ожидали увидеть растерзанного бога, а не разъяренного мистия. Но оно сгодится разве что свиньям на корм. Оно не поможет! Малака!
Замолчите уже. Когда священный медведь съест сердце хозяина орла, нам нечем будет волноваться. Слишком давно снизу ничего не слышно. Гексиона, медведь убит. Ты здесь? Ты жив? Да, жив. И очень зол. Если у вас нет лекарства для бедной Мирто, то... То что? Закройте ваши грязные рты! Вы отравили Мирто, чтобы навредить мне! А когда я нашел вас, решили скормить меня медведю! Да! Нет! Мы не хотели! Не хотели? Лживые малаки! Вьете веревки из жителей Лину и живете за их счет, пользуясь моим именем! Все так! Верно, божественный! Я не бог, грязные свиньи! Дайте зелье для Мирто, или я раскрою ваши черепа! А теперь прочь! Пишонме! Тряхите и нашу, пишите! Э? Вот снадобье для Мирто. Скорее, нужно дать ей его. Алексиус? Чш, отдыхай. Получилось. Едва. Иди, поговори с жителями. Загляните в себя. Вы поймете, я не бог. Ваша жизнь в ваших руках. Может и так. Но ты спас мою дочь. Я этого не забуду. Спасибо, хозяин орла. Ты научил нас ни от кого не зависеть. Когда статуя будет готова, она будет напоминать жителям деревни о том, что им нужно самим вершить свою судьбу.
я вижу, что ты здесь. Вот так. Ну, наконец-то. Thank you.
Возвращение капитана!
помолчим. Капитан!
Хэре, тебе нужно... Недавно солдаты смотрели, как я бегаю. Их крики я стерпела. Но затем командиру сам... В чем дело? В чем дело? Я бросила ему вызов, и он не смог обогнать девку. Вот в чем дело. И чтобы убить его... Да. Можешь больше не волноваться. Вот тво... Рад помочь. Алексиос, мой вдохновитель, мой спаситель. У тебя есть актеры, Феспис. Публика довольна. Что не так на этот раз? Есть одна трудность с Леонидом. Представь, я репетировал монолог щитом в руках. Это была сцена с солдатами. Вернись со щитом или под щитом? Думаю, со щитом или на щите. Нет-нет. Под щитом, я точно помню. И тут я взмахнул щитом и ударил себе по пальцу на ноге. И теперь мне даже встать трудно. Так жаль отменять спектакль, в который вложено столько трудов. Мы не будем его отменять, иначе придется возвращать деньги. Спектакль состоится. Мой Леонид сейчас стоит передо мной. Что? Я? Я не актер. А я не полководец, но играю его. Подумай, ты оживишь этот образ в памяти людей. Он воплотится в тебе. Кто, если не я? Я сыграю Леонида. Отлично. Давай пройдемся по твоим репликам. Первую ты уже знаешь. Вернись со щитом или под щитом? Нет, на щите. Вторая обращена к Серксу. Персы хотят сделать нас рабами. Но не бывать этому. Пусть же боги утонут в вине. Да нет же. Леонид сказал, напоим богов их кровью. Я лучше знаю. Затем ты бросаешь вызов предателю. Это был день, который персы не смогут забыть. А завтра будет день, который запомнит всякий царь. А завтра будет день, который запомнит всяк живущий. Леонид сражался за свободу всей Эллады, а не только Спарты. Уверен, ты справишься. Хочешь, порепетируй с другими актерами. А если готов, прошу на сцену. Я готов. Можем начинать. Приветствуем вас на нашем спектакле о царе Леониде и 300 спартанцах! Встречайте, Леонид! Спасибо всем! Помните, что Леонид был не просто царем Спарты, он был спасителем всей Греции! Я Динек! Я служу великому Леониду! И так будет, пока его не заберет Аид. Полководец, мой царь, нас превосходят числом и умением. Чем я могу помочь?
Что же скажет спартанский полководец своему верному воину? Вернись со щитом или на щите! Я Ксеркс, царь Великой Персии! Ваши боги ничто для меня! Склонитесь перед бессмертным владыкой! Спартанский пес! И ты, и твой народ скоро окажетесь у моих ног! Что же ответит Леонид своему заклятому врагу Ксерксу? Персы хотят сделать нас рабами! Но не бывать этому! Напоим богов их кровью! Я Эфиальт, изгой и изменник! Да! Я принесу погибель спартанской армии, когда открою персам тайный путь! Спарта обречена! Надежды нет! Я расстроил твои планы, Леонид! Я умею строить казни! Ха! Изменник смеет говорить с царем! Что же ответит Леонид? Это был день, который персы не смогут забыть! А завтра будет день, который запомнит всяк живущий! Великолепно. Публика в восторге, но вот Феспис будет недоволен, что ты изменил текст. Я смогу его убедить. Что это было? Ты говорил не по тексту. Ты слышал зрителей? Им нужна была достоверная история. Леонид мой дед, и я лучше знаю. О-хо-хо-хо-хо, ты все еще в образе. Прекрасно. А ведь я почти тебе поверил. Вот, это твоя доля. О, может, я не так уж и плох на сцене?